Свыше 70 тысяч человек остались без электроэнергии в результате мощного шторма, который обрушился на южные районы американского штата Калифорния. Скорость ветра превышала 120 километров в час. В регионе оборвана линия электропередачи. Поваленными деревьями повреждены десятки автомобилей. В одной из раздавленных машин был обнаружен погибший. Экстренные службы предупреждают об опасности наводнений в прибрежных районах. Большинство океанских пляжей закрыты. В горах прошли обильные снегопады. Парализовано движение на автотрассах.